Дождались. Вот она, родимая. Приходу Моевы радуются на Камчатке. На кадрах из Октябрьского Усть-Большерецкого района видно, что маленькие рыбки трепещутся в прибойной полосе. Лов на западном побережье традиционно начинается примерно в середине июня. Именно в это время рыбка семейства корюшковых, второе название которой уёк, приходит на нерест. Иногда Моева в большом количестве доходит и до восточного побережья Камчатки, и ловить ее с очками и ведрами можно даже на Халактырском пляже. Берег пустой. Погранка. А тут вот что. Вот так вот и здесь. Добавим, длина Моевы не превышает 21 сантиметра, а масса тела 70 граммов. Зиму стайная рыба проводит в придонных слоях, однако с наступлением весны начинает смещаться к берегам. Отсюда в период размножения Моева мигрирует на нерест. У берегов Камчатки дальнейший процесс длится примерно до конца июня. Причем районы и величина нерестовых подходов в разные годы могут заметно меняться. Бывает, что на тот или иной участок побережья Моева не приходит совсем.